Доброго ранку, дорогі миколаївці! Вас вітає інтелектуальна гра «Інтелектуальне асорті» на телеканалі «Миколаїв». Доброго ранку, шановні гравці! Ми також радо вас вітаємо в цій аудиторії. І, звичайно, бажаємо тільки перемоги. Ну, а розпочати нашу програму, звичайно, по традиції, надається нашій постійній ведучій, автору програми «Інтелект Асорті», керівнику клубу інтелектуальних ігор Миколаївського університету «Україна» Тетяні Олександрівні Макароновій. Здравствуйте, дорогие телезрители! Я с удовольствием представляю вам наше уважаемое жюри. Это преподаватель Университета Украина, кандидат философских наук, многолетний игрок клуба интеллектуальных игр «Виктория», обладатель различных наград Мирушкина Наталья Валерьевна. Человек, который прошел все наши отборы, все этапы нашего соревнования, заведующая библиотекой и филиалом для юношества ЦБС для взрослых Баранова Елена Александровна. И председатель нашего жюри. Музыкальный руководитель детского дошкольного учреждения номер 93, ведущая солистка народной вокальной студии Николаевского городского дома учителей, лауреат и победитель всеукраинских вокальных конкурсов и фестивалей Ковалева Наталья Викторовна. Сегодня мы с вами играем второй полуфинал чемпионата города по игре «Что, где, когда». И в этом полуфинале встречаются такие команды. Команда номер 30. Команда номер 45. Команда номер 32. И команда номер 17. А мы переходим к первому конкурсу. Это разминка. Фабрика для переработки свиней. Как это называется? Давай. Мясокомбинат. Правильно. Предельно длинная юбка. Это рифе. Нет, какой рифе? Миди. Нет, это Макси. Земляной холодильник. Подвал. Да, подвал, погреб. Героическое одеяние. Подвиг. Да. Сумма на кону в казино. Делайте ваш. Ставка. Ставка. Его варят в турке. Турка, сейчас посещу. Или в кофе. Кофе. Поединок двух борцов. Бой. Да, схватка, бой. Мохнатый предок слона. Мамонт. Лектор в музее. Это экскурсовод. Устройство для гашения скорости автомобиля. Тормоза. Тормоза. 8 правильных ответов у команды. Спасибо. Зал для стрельбы. Тир. Рогатый транспорт севера. Мул. Олени. Вероятность удачи. О, да. Везение. Нет. Это шанс. Актеры, снявшиеся в роли толпы. Массовка. Массовка. У нее жили два веселых гуся. Баба. Спиртовой карандаш. Маркер. Ну и маркер или фломастер. Заплечный мешок туриста. Рюкзак. Американский вездеход. Джип. Санкция за неуплату в срок. Долги. Это... Налоги. Это называется пеня. Склад документов. Архив. Архив. 8 правильных ответов. Семья в мафии. Клан. Клан. Ветвь винограда. Гроздь. Да. Родина пороха и бумаги. Китай.
Мода на старое. Ретро. Карты для гадания. Таро. Богиня мудрости у греков. Это... И войны, и мудрости. Афина. Афина. Раскладной домик туриста. Палатка. Кожура апельсина. Седра. Автор телеграфного кода. Этот... Азбука. Морзе. Украшение в мочке уха. Сережка. Да. 10 правильных ответов. Полосатый зверь полоскун. Енот. Нехватка товаров. Дефицит. Дефицит, да. Птичья грудь. Филе. Нет. Сейчас. Киль. Шахматная башня. Тура. Да. Вариант атома. Вариант. Ну да. Это изотоп. Вечно катит камень в мифе. Бесполезный труд какой. Это сизиф. Тряпка, заставляющая молчать. Кляп. Под ней ничто не вечно. Ничто не вечно под. Ну да, луной. Последняя в алфавите грека. Я альфа и... Последняя. Омега. Бритвенный или столовый? Нож. Да, у нас тут 7 правильных ответов. Спасибо большое. Слово жюри. Итак, наши результаты. Школа номер 30. 8 правильных ответов. Школа 45. 8 правильных ответов. Школа 32. 10 правильных ответов, и это лидер. И школа номер 17. 7 правильных ответов. Поздравляем лидера и желаем успехов другим командам. А сейчас у нас с вами конкурс перевертышей. Все у нас по пословицам. Продать собаку в ящике. Купить кошку в мешке. Да. Опускать подбородок. Поднимать нос. Да. Держать глаз тупо. Глаз на острие ухо. Да, ухо востро. Все серебро, что тускнеет. Все тускнеет. Да. Одет как орел. Голубь как сокол. Молодец. 5 правильных ответов. Уши бы твои слышали. Глаза бы твои видели. Не смотрели, да. Заходить мокрым в воду. Выйти из воды. Охотник охотника и вблизи не заметит. Рыбак рыбака видит. Вылезать из тела. Залезть в душу. Да. В руках ложь есть. В ногах правды нет. Молодец. Все правильные ответы. Дальше от безделья. Ближе к делу. Дедушкины былины. Бабушкины сказки. С передними руками. С задними ногами. С умными. С тупыми. Без глупых. Да, без дураков. Кто медленно помешал, тот дважды помешал. Кто быстро сделал, тот дважды сделал. Да, спасибо. Один семерых ожидает. Семеро одного не ждут. И ястребы голодные, и цыплята ранены. И волки сытые. И волки сытые. Кто нетерпелив, тот неудачлив. Кто терпелив? Да, кто терпелив, тот удачлив. Хуже рано, чем всегда. Лучше поздно, чем никогда. Вечер тупее утром. Вечером мудренее. Спасибо большое. 5 правильных ответов. Слово жюри. Это занимательный конкурс на смекалку и сообразительность, на знание пословиц. И как команды справились с этим конкурсом, мы сейчас узнаем. Школа номер 30, школа 45, школа 32 и школа 17 получает по 10 баллов. Поздравляю! А сейчас у нас с вами
конкурс анекдотов. Готовы? Mm-hmm. Закончите анекдот. Когда я начинал свою карьеру, у меня не было ничего, кроме собственного ума. Что поделаешь? Многие в наше время начинали с... С нуля. С нуля, совершенно правильно. Закончите анекдот. Вчера в своей лаборатории я пытался получить динамит. А что ты попытаешься получить завтра? Новую? Жизнь. Бомбу. Ну, вчера в своей лаборатории он получал новую лабораторию. Спасибо. Закончите анекдот. Кассир сбежал. Все их в сейф заглядывали. Да, но он там не... Стоит. Не живет. Не считает. Не сидит. Маленький, он там... Не помещается. Не помещается, да. Готовы? Готовы. Закончите анекдот. Что вас беспокоит, коллега? Только то, что у меня сейчас нет денег. Не понимаю, как вас может беспокоить то, чего у вас нет? Чего нет? Спасибо большое. Слово жюри. Ну что ж, уважаемые юноши и девушки, анекдот – это всегда радость, да? А радость вызывает на нашем лице улыбку. И, конечно же, мне, как музыкальному руководителю, вспомнилась веселая детская песенка. От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Вы сегодня улыбаетесь? Это замечательно. Значит, у вас отличное настроение. И это настроение помогает вам уверенно и легко идти по жизни, правда? И все вы ответили на поставленный вопрос Татьяны Александровны на отлично. Все получили команды в свою копилочку по 3 балла. И можем сейчас подвести уже первый итог первого тура нашей интеллектуальной игры. Итак, школа 30, 21 балл. Школа номер 45, сидящая за вторым столом, ребята, также 21 балл. Школа номер 32, 23 балла. Это лидеры на сегодняшний день по первому этапу нашей игры. И школа 17, небольшой отрывчик, 20 баллов. А сейчас у нас конкурс вопросов «Что, где, когда». Это один из самых сложных, серьезных конкурсов, поэтому, пожалуйста, вы помните форму вопроса. Карл Фриш говорил: «Жизнь пчел подобна волшебному иксу. Чем больше из него черпаешь, тем плотнее он наполняется». Икс – это замена. Чем, что народная мудрость не рекомендует делать по отношению к иксу? Плевать, речь идет о колодце. Не. Плевать, колодец, неправильный ответ. Они сказали не наполнять. А колодцу советуют пословица «не плюй в колодец». Следующая команда. Команда школы. Это животное производит странное впечатление. Собака с кошачьей головой. В каком показателе ему принадлежит абсолютный рекорд? Скорость. Да, это гепард. Молодец. Доктор богословия Олаф Цельси, страстный ботаник-любитель, решил создать труд. Растения упоминаемые, а где именно? Он доктор богословия. Классификация. В Библии. В Библии, молодец. Так, сейчас очень внимательно.
Согласно старинной славянской легенде, юная княгиня, проклятая матерью за непослушание, превратилась в птицу. Но даже в птичьем облике она помнит о своем высоком происхождении. Что она считает для себя зазорным делом? Вот все птицы делают, а она считает зазорным. Громче, можете взять микрофон? Гнездо девочки. Да, гнездо кукушка не вьет. Спасибо. Слово жюри. Итак, конкурс «Что, где, когда?». Школа номер 30. К сожалению, ждем результаты в дальнейшем. 0 баллов. Школа номер 45. 3 балла. Школа номер 32. 3 балла. И школа номер 17. Тоже 3 балла. Ребята молодцы. Продолжаем и желаем успеха. Под звуки мелодий моих я стал для тебя всем. Ты мой загадочный миг, мир всех бесконечных надежд и племени сказанных начал. Познавшие жизни брешь, мы друг для друга причал. Мой мир, мой свет через много лет, твой взгляд душу окрыляет, годы все сжигая в прошлое билет. Мой мир для тебя, родная, моя вина, что лишь сердцем понимаю, ты одна такая в жизнь у меня. Пускай ошибаемся мы, но учимся все прощать. Токи и общий наш мир должны, каким есть, принять. Усни на моем плече, чтоб мне хватило тепла, от света горящей свечи согреться бы мне до утра. Мой мир, ты моя родная, мой свет через много лет, твой взгляд душу окрыляет, годы все сжигая, прошлое билет. Мой мир для тебя, родная, и в том вся моя. Сжигая в прошлое билет.
мы с вами сейчас играем конкурс болельщиков. Значит, болельщики школы номер 30 и Сережа. Закончите анекдот. Перед шлагбаумом пробка, десяток машин нетерпеливо сигналя, требуя пропустить. Выходит старик-служитель. Господа, запаситесь терпением, поезд опаздывает на 7... Минут. Дней. Месяцев. Не минут. Лет. На 7 часов. На 7 часов. Закончите мысль Мильёва Фернандеша. Популярные писатели обычно не популярны среди... молодежи. Популярные писатели обычно не популярны среди... писателей. Писателей, да. Закончите четверостишие Леонида Шифрина. Его образ для женщин давно как икона, а мужчины его прогоняют в зашей. Настоящих мужчин нам придумали жены, чтобы ими пугать непослушных... детей. Мужей. Мужей. Спасибо мужей. Большое. Следующая у нас команда 45-й школы. Закончите анекдот. Куда ты мчишься? Да вот, купил жене шляпу и хочу успеть домой, прежде чем изменится. Погода. Ну, на шляпу что может измениться? Мода. Мода. Закончите мысль Фрэнка Хаббарда. Есть два способа командовать женщиной, но никто их не использует. Не знает. Закончите четверостишие Леонида Шифрина. Может, ее море захлестнуло? Может быть, историки не правы? Только Атлантида утонула, потому что не умела плавать. Плавать. Спасибо большое. Так, 32-я школа. И Юра. Закончите четверостишие Леонида Шифрина. Простые законы шахматной игры. Идет она красиво и успешно, когда никто не видит до поры, что в королевы тихо метит пешка. Закончите анекдот. Тонет корабль. Англичанин с трубкой во рту обращается к капитану. Сэр, какая из шлюпок для... курящих. Да. Закончите мысль Ханцернова. Все люди устроены одинаково, но устраиваются по... разному. Спасибо большое. И команда номер 17 и Оля. Закончите анекдот. Осторожнее, пожалуйста, просит пассажир пилота. Я в самолете впервые. Не волнуйтесь, я... тоже. Закончите мысль Владислава Гжещика. Время приближается медленно, а уходит... быстро. Закончите четверостишие Леонида Шифрина. Корейцы и спецы на деле отличны только лишь в одном. Одни в делах собаку съели, другие съели за столом. Спасибо большое. Слово жюри. Друзья, на то и существует, чтобы помогать и поддерживать друг друга. Именно в крепкой дружбе рождается командный дух. И в копилку четырех команд болельщики приносят по 9 баллов. Молодцы! А сейчас мы приступаем к самому азартному и одновременно самому печальному конкурсу нашей сегодняшней игры, потому что он посвящен памяти блестящего игрока и очень хорошего человека Женечки Ларионовой. У вас есть маленькие листики, вы делаете ставку от 1 до 4, пожалуйста. И поднимайте руку, я у вас заберу. Итак, внимание, вопрос. Вы пишете ответ в письменной форме, у вас минута. Я напоминаю, не надо никуда гнаться. У вас есть минута, будьте любезны, подумайте ее использовать, чтобы потом никто не обижался. Из рисовой соломы в Китае и Японии делают ее. Как называют в Японии изготовление изделий из нее? Многие из вас тоже этим занимаются. Из рисовой соломы в Китае и Японии делают ее. Как называют в Японии изготовление изделий из нее? Японским словом. Время. Да. Отдаете?
Кто скурил над этим вопросом? Это время отслеживать. Уважаемые игроки, время подходит к концу. Сдаем ответ, ребят. А теперь внимание, правильный ответ. Правильный ответ – оригами. И сейчас жюри нам огласит результаты и порядок проведения сектора риска. Ребята, правильный ответ – оригами. Правильно ответили команды школы номер 30, школы номер 45, школа 32, не очень жаль, но, и школа номер 17 тоже дала правильный ответ. Дорогие друзья, сектор Ларионовой, что он нам давал? Да, вы себя оценивали в баллах, каждый оценивал. Итак, школа 30 оценила себя плюс 3 балла, и они их заслуженно получили. И итог этого конкурса – 12 баллов они получили. Школа 45 оценили себя в плюс 2 балла, и они действительно их получили. В результате 14 баллов. Молодцы. Школа 32 оценили себя в 3 балла, но, к сожалению, неверно ответили на поставленный вопрос, поэтому минус 3 балла, и у них получилось 9 баллов. Школа 17 также оценили себя в 3 балла, плюс 3 балла, 15 баллов. Молодцы. В связи с этим я могу подвести итог второго тура нашей интеллектуальной игры «Интеллект Ассорти». И какое же общее количество баллов получается вследствие двух туров? Школа номер 30 – 33 балла. Школа 45 – 35 баллов. Школа 32 – 32 балла, соответствует своему, да? И школа 17 – 35 баллов. Молодцы! Продолжаем дальше. Значит, кто первый начинает? 32-я школа. Да, 32-я школа. Какой номер? Давайте вот третий. Этот. Нет. Третий. Вот этот. Вот этот. Все. Хорошо. Ну, давайте. Давайте. Давай, давайте. Метр тыка. Разница. Отрывок из стихотворения Лины Костенко. Природа мудра, все створила мовчки, росинку пота втерла на брови, на буреломах сходят мухоморчики. Пропущенные слова просто на траве. Пропущенные два слова являются названием учреждения культуры. Каким образом сказочный герой раздобыл деньги для посещения этого учреждения? Я вам еще раз прочту стихотворение. Природа мудра, все створила мовчки, росинку пота втерла на брови, на буреломах сходят мухоморчики. Два слова пропущено. Просто на траве. Пропущенные два слова являются названием учреждения культуры. Каким образом сказочный герой раздобыл деньги для посещения этого учреждения? Продал букварь? Он продал букварь, да. Да, Троллейковый пропущено. Большое спасибо. И следующая команда школы номер 30. Кстати, 17-я и 45-я тоже обязательно играют в сектор риска, так как их результат совпал. Так. Будьте очень внимательны. Шотландский микробиолог изобрел первый антибиотик пенициллин. Какие три цифры неразрывно связаны с главным героем его однофамильца? Шотландский микробиолог изобрел первый в мире антибиотик пенициллин.
Какие три цифры неразрывно связаны с главным героем его однофамильца? 3, 1, 4. Это окончательный ответ, да? Да. 007. Александр Флеминг изобрел пенициллин. Ян Флеминг познакомил нас с Джеймсом Бондом, который агент 007. Увы, это минус 7 баллов. Теперь по часовой стрелке начинает 45-я школа. Да. Третий, первый. И, внимание. Внимание, в вопросе есть замена. Грунтовые грибы являются иксами планеты. Дятел – икс деревьев. Какое животное называют иксом леса? Какое животное называют иксом леса? Икс, наверное, строитель, если не ошибаюсь. Строитель, очиститель. Какой? Санитар, санитар леса. Санитар леса. Какое животное называют иксом леса? Какое животное называют иксом леса? Подальщики, да, подальщики. Подальщики эти. Санитар тоже. В лесе. В лесу. Не в лесе. В лесу. Это волк? Это волк. Молодцы, да, умнички. 17-я школа. Вы не тянете, вы играете то, что вам осталось. Такова судьба. Собрались. Из древесины этого дерева построены дворцы царей Давида и Соломона, колонны храмов в Индии, саркофаг Тутанхамона. Его подразделяют на 4 вида: гималайский, коротколистный, атласный. Какое государство упоминается в названии его четвертой разновидности? Из древесины этого дерева построены дворцы царей Давида и Соломона. Его подразделяют на 4 вида: гималайский, коротколистный и атласный. Какое государство упоминается в названии его четвертой разновидности? Что? Государство. Дерево вообще откуда? Откуда? Что? Бразилия. Подожди. Вообще, откуда Бразилия вообще? Красное дерево, значит, Бразилия. Подожди, подожди. Канада. Канада. Типа вот это Канада. Это Канада. Канада. Это дерево. Возможно, дерево. Это не дерево. Это не дерево. Это не дерево. Можешь, пожалуйста, еще вопрос повторить? Какое название упоминается в названии его четвертой разновидности? Значит, 4 вида: гималайский, коротколистный и атласный. Какое государство упоминается в названии его четвертой разновидности? Так, время, ребята, отвечаем. Итак, какое государство упоминается в названии четвертой разновидности? Что? Ливанский кедр, господа. Увы, это минус 7 баллов. Пожалуйста, слово жюри для подведения итогов. Отказаться от риска значит отказаться от победы. Все команды рискнули. Ну и насколько удачно и неудачно, мы сейчас узнаем. Школа номер 30. К сожалению, очень сложный вопрос. Минус 7 баллов. Школа номер 45. Молодцы, ребята. В копилке плюс 7 баллов. Школа номер 32. Тоже справились с заданием. Молодцы. Плюс 7 баллов.
И школа номер 17, тоже минус 7 баллов. Вы не справили задание, но вопрос у вас действительно был сложный. Но это сектор риска. Ну що ж, шановні гравці, підійшла до кінця наша інтелектуальна гра. Всі ви намагалися перемогти, але гра є гра. І завжди є переможець. І в нашому випадку сьогодні переможцем стає школа номер 45, яка отримала в своєму арсеналі 42 бали. Молодці, ми вітаємо вас. На друге місце вийшла школа номер 32. В їх арсеналі 39 балів. Молодці. Третє місце. Школа 17, 28 балів. Тому, хлопці і дівчата, третє місце. Це також гарний результат. І останнє, четверте місце, це школа 30, 26 балів. Але, хлоп'ята та дівчата, все гаразд. Ви всі молодці, ви всі переможці. Ви всі талановиті наші діти, наша майбутня молодь України. Я дякую вам за те, що ви постійно працюєте, читаєте, граєте, за що ви сьогодні тут. От за це я вам аплодую. Молодці. Всім дякуємо. І до нових зустрічей на телеканалі «Миколаїв», на інтелектуальному шоу «Інтелектуальне асорті».